День открытой студии. Дети из школы номер 10 станицы Васюринской посетили нашу телекомпанию. По традиции, экскурсию для учащихся провел мой коллега Алексей Шулепов, который трудится на МТРК больше 20 лет. Ребята узнали некоторые секреты телевизионной кухни, увидели, где новости и программы проходят путь от идеи до воплощения и какие люди стоят за картинкой на экране. Школьники познакомились и с техникой, которая отслужила свой век и занимает почетное место в мини музея телекомпании. Это камера, с которыми мы начинали работать, это камера Бутыкам СПИ. То есть это еще был аналоговый формат. Кстати, о работе ТВ учащиеся знают не понаслышке. Они сами снимают новости в школьной медиастудии. Ребята выкладывают видео на YouTube-канал и в соцсети. А теперь у них есть представление, как работают настоящие СМИ. Я думаю, что это полезное, что нам сегодня рассказали. Мы послушали, посмотрели, как работают люди. Так как многие из нас как раз занимаются такими же делами, монтируют, снимают. Мне понравилось. Удалось экскурсантам побывать и в роли корреспондентов. Ребята взяли небольшое интервью у шеф-редактора программы «Краснодар сегодня» Анны Григорьевой. Она поделилась с нашими новоиспеченными коллегами полезными советами, которые обязательно пригодятся будущим журналистам.